В России продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов самого движенца на президентских выборах. По просьбе активистов и волонтеров 14 января общественные приемные партии «Единой России» по всей стране предоставили свои помещения для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Не стало исключением и Ульяновская область. Партийцы сбором подписей не занимаются. Это задача волонтеров. Один из них – студент Ульяновского технического университета Эдуард Хубатулин. Сегодня мы работаем с 9 часов утра. Уже с самого утра сидели, люди, соответственно, подходили, ставили свои подписи, начиная даже с 9, даже уже еще раньше стояли и ждали, пока мы придем. Раньше всех, как известно, просыпаются учащиеся молодежь и пенсионеры. Но воскресенье на учебу не надо, поэтому первыми подпись за выдвижение кандидата поставил пенсионер Александр Козлов. Сегодня пришел выразить свою гражданскую позицию по поддержке кандидата в президенты Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Не менее ответственно подошли к задаче те, кому предстоит впервые в марте участвовать в выборах. Сегодня я пришел поддержать Владимира Владимировича Путина. Волонтеры не агитируют выразить поддержку кандидата. Это дело целиком добровольное. Поставить подпись за Путина я пришла по зову сердца. Сбор подписей, несмотря на воскресный день, продолжался до самого вечера, до 19:00. Всего расписаться за выдвижение Владимира Путина 14 января пришли около 200 тысяч человек по всей стране. Владимир Путин не единственный самовыдвиженец, за которого собирают подписи в Ульяновске. Также в регионе активно работают волонтеры штаба Ксении Собчак. Кандидат в президенты уже успела похвалить своих единомышленников за развернутую кампанию. Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.